На конкурс дети читают стихи. Галат Алена, 16 лет, город Новосибирск. Ольга Мальцева Арзиани, «Белый танец за день до войны». Фонарик рукав. Кто мог знать, что война будет завтра? Но не верилось в это никак. Юбка клёш называется солнце. Танцевать в ней хотелось всю ночь. Только мама сидит у оконца, поджидает красавицу луч. Белый танец, петлицы курсанта, в вальсе кружишься, счастья полна. Но в 12 пробили куранты, а на утро была война.